Всем привет, с вами Стив Про. Всем покажу мод, который добавляет двери с ПК-версии в Minecraft Pocket Edition. Так, вот мы появились в мире. Как видите, данные двери у меня стоят. Это должна быть еловая дверь. Это уже... Ну вот, сейчас закроем ее. Вот так открывается. Дальше идет березовая. Более красивый. Дальше идет джунглевая. С такой прорезью внутри. Так, ну дальше идет дверь из акации. Идет дверь из дуба. Вот. 5 новых дверей, как на ПК. Точь-в-точь. Вот. Так, давайте закроем их обратно. Вот я просто вам покажу, как они открываются. Ну, такой мод. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.